очень хорошо прошел фестиваль на высоком профессиональном уровне. Уровни организации и уровни исполнения. Я считаю, что это необходимо даже, не просто нужно, а необходимо для каждого человека русского, потому что мы не только русского, российского, потому что здесь представлены культуры разных народов России. И я считаю, что это, ну, это фонд наш, который мы должны сохранять и передавать в поколение, из поколения в поколение. Но я хочу, чтобы этот фестиваль как можно дольше оставался на плаву, как можно дольше существовал. И хочу сказать свои слова благодарности организаторам, потому что все было организовано на высшем профессиональном уровне, все командой, без всяких промедлений, все здорово, замечательно. И им всем здоровья желаю. На территории талантов, на территории талантов.